сварочный аппарат Elvin Technica 171S на 150 ампер. Внешнее состояние потертости, царапины, использовался, вероятнее всего, дома для домашних нужд, для гаража. Made in Italy. На сайте было отображено название сварочный аппарат инвертор для плазменной резки. Это автоматически неправильно выставилось название, на самом деле это инверторный сварочный аппарат. Сейчас могу только включить. Полноценной возможности проверить нету.